Привет, друзья! Вы на канале Богдан Майтойс, и я его ведущий Богданчик. И это наша постоянная рубрика «Лего самоделки». Ну, перед тем, как показать нашу новую самоделку, перед этим я хочу вам сказать про интересный детский канал, который называется «Картонка». Там тоже маленький мальчик делает обзоры игрушек, ходит с родителями в интересные места. В общем, интересное, веселое видео. Переходите, канал есть в описании и в интересных каналах нашего канала. Вот тут вот сбоку. Ну что, наша машина выезжает. Это вот такой вот грузовичок. Мы сделали здесь место для машинки. И эта машинка может перевозить любой груз. Это, наверное, какой-то марсоход. Видите, какие у него большие колеса. И эта машина может... И есть вот такой угол, чтобы машина могла заезжать на препятствие. Еще она вот такая вот широченная, поэтому ее трудно прокинуть. То есть вот так вот в занос она не уходит. Она наоборот падает. Ой. Ну и также она вот так вот возвращается. И вот так. В общем, такая машинка не валяшка. Также у нас вот тут вот такая вот остекленная кабина. Вот сзади. Ну, сверху, еще сверху, впереди. Ну и сзади вот такой вот обтекаемый сад. И вот так машин, ну и вот так вот груз может становиться. А сейчас мы покажем вам, как она гоняет. Просто она все выдерживает, даже когда ее с такой высоты. Ну, друзья, надеюсь, вам было интересно посмотреть нашу самоделочку. А теперь маленький спойлер. К нам уже пришли почти все запчасти для того, чтобы построить радиоуправляемую лего-машину.
Так что ожидайте интересных видео. Также вы можете посмотреть тут и тут наши прошлые лего самоделки. И не забывайте подписываться, кто еще не подписался, и ставить ваши лайки. Ну а пока-пока!